Пожалуй, лучшее средство от болезни – это своевременная профилактика. Как сообщает Роспотребнадзор, всего 30 минут упражнений 5 раз в неделю могут снизить риск развития инсульта на 25%. Снижает риск развития нарушения рациона, основанный на растительных продуктах, с умеренным количеством мяса и рыбы. Призываю каждого нижегородца соблюдать здоровый образ жизни. Это правило правильного питания, это отказ от вредных привычек. Это бросить курить, это не злоупотреблять алкоголем, это режим. При нарушении кровоснабжения участка головного мозга происходит потеря зрения, нарушение движения, расстройство речи, асимметрия лица. Специалисты утверждают, при возникновении таких признаков необходимо обратиться к врачу. У нас в Российской Федерации создана система сосудистых центров, которая оказывает экстренную помощь пациентам, у которых случилась эта тяжелая патология. В течение нескольких часов эти пациенты госпитализируются в сосудистые центры, если такая катастрофа случилась. В Нижегородской области сейчас 17 первичных сосудистых центров и 2 региональных сосудистых центра. Они оснащены современным оборудованием для лечения и диагностики пациентов. Чтобы вовремя обнаружить болезнь, нужно ежегодно проходить профилактический осмотр. Тот, кто предупрежден, тот, как говорится, и вооружен. Дарья Кульбакина, Михаил Городников. Время новостей.